Макнейр. А вот он, Мали. Простреливает полузащитник Бора. Его передача заблокирована. Уайлз. Нужно продержаться до перерыва хозяева. Другого выбора нет. Других вариантов у них особо нет. Нужно продержаться, перезарядить батарейки, что-то обсудить. Мали. Простреливает и зарабатывает угловой. Дебютант сегодняшний. А вот Мар. Кебана. Удар Мали. Уже и он решается пробивать. Подача! Выбивает мяч Йоханссон. Снова Мали. И снова удар. А вот молодец. Ближний угол бьет. Подвоз для Миддлсбро в плане контроля, в плане владения. Что сам Мали ощущал себя уверенно и даже несколько раз поворотов пробивал. Вот сейчас он с мячом. Несколько матчей начнутся позже, но еще две игры с токовой ноги. Эхеквы выбивает мяч. Макнейр. Пас направо. Амали пасует на Кебана. Тут простреливает центр штрафной. Понятно, что сегодняшняя встреча с... Выбивает мяч футболисты Миддлсбро. И еще аут зарабатывает Садлер. Тоже не дают обороне Миддлсбро. И Уайлз на правом фланге. Он Мали против него. Уайлз. И отбирает он мяч своего соперника. Мали. Переводит мяч налево. Хаусом. Мали. Макнейр. Прострел. Мяч попадает в ноги Вотмар. Он отпускает его от себя. Хаусом. Мали. За эту желтую карточку получил Джейми Линсдей. Макнейр. Мали. Перевод налево. Джонс. Удар у него не получился. Это первый, наверное, момент у Роттерхэма с 18 минуты, с момента удаления Мэтта Крукса. И будет Пол Уоррен прав, если пожалуется на решение арбитра. Какие-то основания у него были, но решение очень спорное в такой ответственной игре. В прошлом сезоне в Лиге 1 только один мяч он забил. Играет он на правом фланге атаки, как вингер Макнейр. Полу не было ли игры рукой? Арбитр не свистнул, значит не было. Акбена играет назад. Прострел и мяч перехватили футболисты Бора. Активно вошел в игру. Борьбу выигрывает этот нападающий. Сейчас мяч он теряет. Мали. Баласи.